Активисты Одинцовского отделения «Единой России» поприветствовали участников открытого фестиваля спорта «Равенство, мужество, победа» для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, который организовал спортивный клуб «Одинец». Помимо других состязаний, участники соревновались в голболе. Это разновидность игры с мячом, разработана специально для слабовидящих. Партийцы закупили подарки для призеров и спортивный инвентарь, который передали школам «Надежда» и «Гармония», а также Старогородковской спецшколе имени заслуженного учителя России Фурагиной.